Сегодня в администрации столицы прошло заседание нового 7-го созыва депутатов Горсобрания. На нем выбрали нового главу Чебоксара и отправили в отставку действующего сити-менеджера. В нынешнем созыве Чебоксарского городского собрания депутатов 43 народных избранника. На заседание пришли 42. Путем тайного голосования они выбрали нового председателя ЧГСД. Напомню, с 2017 года депутатский корпус возглавлял профессор ЧГУ, доктор экономических наук Евгений Кадышев. Но претендовать во второй раз на эту должность он не стал. Единственным кандидатом на пост главы города был выдвинут 36-летний Олег Картунов. Народные избранники большинством голосов поддержали его кандидатуру. В депутатском корпусе Олег Картунов – человек не новый. В предыдущем созыве уже возглавлял комитет по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города. Был координатором партийного проекта «Городская среда». Достаточно плотно работал с населением по самым разным вопросам. Такая преемственность, что молодой, инициативный, амбициозный человек приходит с хорошим образованием, приходит на эту должность, на эту общественную работу, тяжелую работу, работу, которая отнимает много сил и времени и которая требует большой выдержки. Я считаю, что это очень правильно. И каждый депутат представляет наших избирателей, наших горожан, получал наказы, знает о проблемах жителей. В первую очередь, конечно, мы будем структурировать этот документ, что наказы, вопросы, проблемы жителей, и решать их с каждой партией, с каждой фракцией, со всеми готов индивидуально. Также на первом заседании Горсобрания депутаты отправили в отставку действующего главу администрации столицы Алексея Ладыкова, который руководил Чебоксарами последние 9 лет. Так положено по уставу города. В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности. Пока же временно исполнять обязанности сити-менеджера будет заместитель главы администрации столицы по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов.